15 февраля – это скорбная и памятная дата для всего нашего народа. Именно в этот день, 35 лет назад, закончилась афганская война, тяжелая и страшная, изменившая судьбы целого поколения молодых ребят и их семей. В городском доме культуры в преддверии памятной даты прошло торжественное собрание, на котором ветеранам-афганцам вручили юбилейные медали. Афганская война длилась более 9 лет, унеся жизни свыше 15 тысяч наших ребят. 174 славянца служили в Афганистане, 8 из них не вернулись. 35 лет уже прошло с того времени, но события тех лет до сих пор не отпускают ветеранов. Афганистан – это большая незаживающая рана, которая постоянно ноет и не дает о себе забыть. Товарищи ветераны, я от лица нашей общественной организации ветеранов Афганистана и специальных военных операций, она так сейчас называется. Всем вам желаю доброго здоровья, оптимизма, вашим семьям благополучия, добра и мирного неба. Будьте счастливы и живите долго, товарищи ветераны. На торжественное мероприятие в городской дом культуры были приглашены ветераны афганской войны. Глава города Александр Берсенев поблагодарил их за верность присяге, мужество и героизм. И действительно, за беззаветное служение Родине. Есть даты, которые мы помним всегда, как бы ни менялась жизнь. Они не праздничные, не веселые, но как на бат, каждый раз напоминают нам о том, что не прочен мир в данный момент. 15 февраля – это памятная дата России. В этот день мы чтим память россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Вспоминаем воинов-интернационалистов. Я преклоняюсь перед нашими ребятами, честно говоря, вот что-то не по себе, да? Которые отдали свой долг, выполняя, я понимаю, задачи и поставленные приказы нашей Родины. Светлая память ребятам, которые погибли в этой войне. Память всех павших в Афгане, собравшиеся почтили минуты молчания, а затем за активную гражданскую позицию, большой вклад в воспитание молодежи и в честь 35-летней годовщины вывода войск из Афганистана ветеранам боевых действий были вручены памятные медали. Залога Александр Иванович. Заскок Валерий Владимирович. Завершилось памятное мероприятие праздничным концертом в честь защитников Родины. Анна Монастыренко, Станислав Брубыко. Программа «События».